Вот приехал еще один автомобиль для нашего клиента Бадрудина. Бадрудин, расскажите, пожалуйста, что за автомобиль? Да, это Mazda CX-5 2018 года в комплектации Grand Touring с полным приводом, пробег 77 тысяч километров. По ремонту у вас здесь? По ремонту поставил уже свежий бампер, буду красить, рихтовать, красить капот, решетка фары все целое, молдинг расширителя и крыло красить. На данном этапе по расходам во сколько обошелся автомобиль? 1,5 миллиона рублей. Вместе с ремонтом и оформлением планируете во сколько? В 1,7 миллиона уложиться. Миллион 700 уложиться. Довольны покупкой? Конечно. Поздравляю. Спасибо.